Проект Extend был рассчитан на 3 года, с 2017 по 2020, но в связи с пандемией был пролонгирован на 1 год, до 2021 года. Приоритетной целью проекта является улучшение качества инженерного образования в России и Таджикистане посредством разработки устойчивой системы подготовки преподавателей и аспирантов. Целевой аудиторией проекта являются преподаватели и аспиранты технических вузов, планирующие стать преподавателями высших учебных заведений и другие заинтересованные стороны. В настоящее время проект находится в стадии завершения, и поставленные перед проектом задачи были успешно решены. Итак, основными задачами проекта была разработка компетенций и дескрипторов компетенций преподавателей университета по инженерным направлениям, а также создание сети Extend-центров по инженерному образованию, способных обеспечить базу для исследований, обучающие курсы и консультационную поддержку преподавателям инженерных дисциплин в России и Таджикистане. В ходе проекта были разработаны программы и обучающие курсы для аспирантов и преподавателей технических университетов. В решении данной задачи активно работали в тесном сотрудничестве европейские вузы и вузы России и Таджикистана. Европейские вузы курировали разработку инновационных курсов и проводили мониторинг пилотирования данных курсов. В ходе имплементации проекта были разработаны 8 инновационных курсов, такие как проектное обучение, электронное обучение инструменты ИКТ, иностранные языки для инженеров, академическое письмо. За этот курс отвечал МГТУ имени Носова. Данный курс уже размещен на платформе университета. 4-й курс – обучение, основанное на исследованиях. 5-й – стратегия активного обучения. 6-й – дизайн и разработка учебных программ. 7-й курс – оценка. 8-й курс – коммуникация. Данные курсы были разработаны интернациональными командами, участниками проекта, и апробированы в ходе пилотирования в 2 форматах – офлайн и онлайн. Все вузы проекта России и Таджикистана после разработки курсов провели пилотирование офлайн и онлайн. Что касается МГТУ, мы проводили пилотирование курса Foreign Languages for Engineering and Academic Writing. И это пилотирование проходило в 2 этапа. Первое пилотирование было прервано пандемией и далее восстановлено. И по окончанию 72-часового курса слушатели получили документ о повышении квалификации. Фото и мнение студентов о курсе приведены на слайде. Одним из образовательных продуктов проекта является курс Foreign Languages for Engineering Academic Writing. Данный курс, загруженный на платформу университета, планируется не только использовать для внутренних целей, но и монетизировать его, предлагая данный продукт другие заинтересованные вузы и организации. Курс Foreign Languages for Engineering Academic Writing составлен с учетом основных инструментов Болонского соглашения. Состоит из 3 зачетных единиц и представляет собой современный курс, организованный в модульной системе, где иностранный язык выступает средством формирования профессиональной компетенции инженеров. Extend-центр МГТУ имени Носова был официально открыт 14 февраля 2019 года. Центры Extend являются отдельными структурными подразделениями, аккумулирующими последние достижения инженерной педагогики, а также опыт преподавания инженерных дисциплин. Extend-центр МГТУ имени Носова создается в целях объединения усилий и ресурсов сети центров Extend и МГТУ имени Носова для исследования, развития и внедрения современных методов и подходов в области инженерных педагогических инноваций в соответствии с приоритетными направлениями мировой науки. Применение современных педагогических подходов в развитии и формировании иноязычной профессиональной компетенции, ИКТ-компетенции и других компетенций. Совершенствование процесса формирования и развития у обучающихся и молодых ученых МГТУ имени
Носова навыков и опыта работы в сфере педагогических инноваций с опорой на передовой европейский опыт. Привлечение научно-педагогических работников МГТУ имени Носова и других заинтересованных лиц к программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки, программам повышения языковой компетентности и участию в научно-практических конференциях, семинарах и дискуссионных площадках. Развитие сотрудничества с отечественными и зарубежными учебными заведениями и научными организациями, проведение научно-методических исследований. Организации, проведение и участие в конференциях, совещаниях, симпозиумах, семинарах, мастер-классах, школах и других научных и образовательных мероприятиях. Также Extend-центр МГТУ имени Носова создан для организации доступа к ресурсам сети Extend-центров. В сети центров будет единая база данных, платформа с информационными ресурсами и электронными курсами. МГТУ имени Носова разработал и подготовил к подписанию соглашение о сетевом сотрудничестве Extend-центров, которое направлено на координацию и согласованную работу вузов-партнеров. Проект Extend дал новый импульс международному сотрудничеству. Так, один из членов команды проекта от МГТУ имени Носова преподает в Таджикском национальном университете. Совместно с Рижским техническим университетом была подана заявка в новый международный проект. А выступающие на протяжении 3 лет являются ревьюерами статей международной конференции секции Extend, индексируемой в Scopus и Web of Science, проводимой Бухарестским политехническим университетом. В ближайшем будущем планируется создание новых интернациональных творческих коллективов для имплементации новых проектов, написание статей и монографий, проведение совместных конференций. Проект Extend позволил увеличить количество высококвалифицированных экспертов для участия в опросах и составления рейтинга вузов, например, рейтинг QS и других. Extend-центр МГТУ имени Носова представляет современную рабочую площадку для проведения научно-образовательных и просветительских мероприятий вуза и города. Проект Extend дал большой опыт современного ведения и участия в международном проекте, возможность участвовать в новых проектах, зарекомендовать МГТУ имени Носова в качестве надежного партнера, готового к сотрудничеству в науке и образовании. В результате проведения совместных встреч и семинаров лучшие европейские практики были изучены и адаптированы под условия нашего вуза. Так, нам очень близка идея Бухарестского политехнического университета инженерного образования на иностранных языках. И мы хотим реализовать данную идею в новой магистерской программе на нашей кафедре «Лингвистическое сопровождение инжиниринга». Команда проекта МГТУ имени Носова уверена, что центр будет устойчиво развиваться после сроков окончания проекта, так как центр существует как университетское подразделение в соответствии с положением о создании центра. Это положение гарантирует, что в случае слияния с другими подразделениями университета центр не будет упразднен, так как он входит в состав МГТУ. Преподаватели вузов обязаны ежегодно проходить курсы повышения квалификации, поэтому можем заявить, что каждый год такие курсы будут проводиться в центре повышения квалификации, а преподаватели будут получать официальные сертификаты. Персонал, который проводит мероприятия, обладает высокой квалификацией. А наш центр является рабочей площадкой для школы педагогического дизайна, которая уже организовала несколько профориентационных мероприятий, а также курс повышения квалификации «Современные тенденции в педагогике и IT». Extend-центр МГТУ является площадкой для проведения различного рода мероприятий для преподавателей и обучающихся, а также всех заинтересованных сторон, таких как образовательные учреждения и предприятия города, поскольку обладает техническим потенциалом и современным оборудованием, приобретенным за счет проекта, который обслуживается техническими специалистами центра. Extend-центр МГТУ тесно сотрудничает с вузами-партнерами по проекту и имеет результаты в виде подписанных договоров о сотрудничестве и академической мобильности преподавателей. В качестве основных результатов проекта можно перечислить следующие. Во-первых, был проведен мониторинг российских и таджикских практик подготовки и повышения квалификации преподавателей инженерных дисциплин и программ аспирантуры. В результате данного мониторинга были выявлены слабые и сильные стороны преподавания инженерных дисциплин в вузе, что в дальнейшем предопределило работу по созданию курсов. Во-вторых, изучение лучших европейских практик преподавания инженерных дисциплин и повышение компетентности преподавателей и диссеминация европейского опыта. Изучение лучших европейских практик положительно повлияло на качество разработанных курсов и внесло неоценимый вклад в методику преподавания инженерных дисциплин. В-третьих, создание и техническое оснащение сети Extend-центров передового опыта в области инженерного образования, которые предлагают учебные курсы, методологические исследования и консультации по преподаванию инженерных дисциплин в Российской Федерации и Таджикистане. В-четвертых,
Разработка и апробация офлайн и онлайн курсов и методик педагогической подготовки аспирантов и преподавателей инженерных дисциплин. Офлайн-пилотирование успешно завершилось во всех вузах-партнерах проекта, несмотря на трудности, вызванные пандемией, и имеет положительные результаты и спрос среди студентов, преподавателей и других заинтересованных сторон. В-пятых, подготовка и публикация статей, методика дидактических материалов, электронно-образовательных ресурсов, книги курса и других видов работ по проекту. В рамках проекта состоялись национальная и международная научно-практические конференции в Таджикском национальном университете и Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова с публикацией 86 статей. И последнее. Организация и проведение обучающих семинаров, научно-практических конференций, форума, летней школы для аспирантов. Проект Extend имеет не только уже видимые результаты, но и долгосрочный потенциал, который будет развиваться как на институциональном уровне, это непосредственная работа сети Extend-центров, так и на региональном, национальном уровне. Урал является промышленным краем, и МГТУ является опорным вузом Южного Урала, где инженерное образование является в приоритете, поскольку градообразующим предприятием Магнитогорска является Магнитогорский металлургический комбинат. На международном уровне открываются новые возможности международного сотрудничества, обмена опытом, что является значимым для интеграции как России, так и Таджикистана в мировое сообщество в целом.